Всем привет, ребят! Вот подъехала новая серия с подписчиками. В данной серии мы пытались добыть артефакт, и она получилась очень интересной. Поэтому смотрим, и всем приятного просмотра. Все, я стартую. Отстыковываюсь. У нас три урановых стержня. Три урана. Ну, нормально, хватит, я думаю. Да, в прошлой катке было один. Да, не, ну мы там наделали их, конечно, потом. А справа снизу. Справа снизу кто-то подходит. Кто-то очень мелкий. Окей, смотрим. Проверьте проводку и реактор. Что-то сбоит немного. Я за реактором сижу. Да, ты иногда и проводку чекай, как бы не можешь на автоматическую работу поставить реактор и чекать проводку, потому что как бы с реактором особо ничего может не случаться. Ну, периодически его смотреть надо. Ок. Проводка вроде здесь целая. Ладно, сейчас попробую проплыть. Я не знаю, тут очень узко, но я попробую как-нибудь. Механики, готовьтесь сейчас чинить. Сейчас, возможно, будут немножко повреждения. Как же я прошел, капец. Такая, ну назад, не, назад тоже выплывем, я думаю. С электричеством что-то искрит. Посмотрите, реактор, там проводку чекните. Очень нездоровый был звук. Как будто, может, не знаю, молох, не молох. Так, все, я практически подплыл. Сейчас буду парковаться. Готовьтесь, там, пижамы эти две. Нету энергии. Все, появилось опять. Где-то проводка очень сильно дымится. У меня здесь где-то. Где-то здесь у меня. На капитанском мостике слева я вижу, что что-то там поломано. И дымится уже. Исправьте, пожалуйста. Да, смотрите. Вот здесь почини. Вот эти, видишь? Они заискрили. Можем выплывать. Сейчас, подожди, я посмотрю. Пассивный сонар рублю. Давай проводку чинить с тобой. А куда нам плыть? Сейчас вверх и вправо. Так вы не взяли с собой сонар ручной? Надо. Ну, я не взял. А, Джон, посмотри, куда плыть. Нас не куснули, не куснули. Пошли быстрее. Там сзади чел. Вы взяли какое-нибудь оружие с собой? Да, да, я взял. Ой-ой-ой, меня коротнуло немного. А нас с тобой сейчас я убью. Что, убьют вас сейчас? Да не, я убью акулу. А, давай. Акулу. Давай, гаси ее. Ты заплыл? Где ты? Вы зашли в подлодку? Я один, он там в руинах еще. Блин, походу ему как бы... Он живой еще? Живой. Походу его убьют, надо... Вы эти скутера хоть брали моторные с собой? Да. Так, двигатель нормас работает. Реактор. Как-то реактор мало вырабатывает, почему-то непонятно. Низкая температура. Чего оно так? Так, почему ты не успел? Что, кислород закончился? Ну давай хилься. Так у тебя все хп, что-то не успел. Давайте, парни, потому что как бы подлодка тоже пока стоит. Да, рюкзак не взяли. Резак не взяли они? А где рюкзак? Я типа... А, вон нашел. Где-то должен быть. Да как вы так пошли и не взяли резак? Да это он взял. Я же вам говорил, подготовьтесь. Сколько же меня током будет бить? Инженер, кто инженер у нас? Останься, наверное, на подлодке, чини всю проводку. Меня уже раз 5 ударило. У меня же пол хп нету. Ну, уже я похилился, но... Нека, ты остался, нет? Или ты тоже попал? Да, да. Все, просто нет. Проводка горит, я не успеваю бегать, я бегаю сам чиню, я не успеваю просто. Я нашел артефакт. Бери и газуй на корабль. Это ты... Что там? Я говорил вам про этот артефакт, может... И что это за артефакт? О, там огонь, там огонь. Ну да, это МТГ. Что за артефакт, который горит? Да, как его достать? Он у меня в руках, а я не вижу. Не тушится? Ой, блин. Короче, Нека, опять мы с тобой остались. А он не тушится, огонь не тушится. Он не тушится, да. Мне надо как-то пройти на управление кораблем, чтобы... Если я пробегу, я просто, наверное, сгорю, скорее всего. Кислорода нет. Заходи, тут есть. Так. Еще маску одеть. Да, надо, можно маску одеть, и будет кислород. Так, подожди. Попробую. Блин, мне надо... Блин, ну это капец, конечно. Но он не потушится. Надо просто этот артефакт... Короче, выплывай, бери скафандр, выплывай, пили дыру в корабле, пусть артефакт падает. Пошли, я тоже попробую. У меня нету резака, нет. У меня есть резак, по-моему. Нет, это сварочный аппарат. Мы можем кинуть, мы можем в балластный отсек. Там вода. Ты не сможешь его поднять, ты сгоришь сразу. Мы его никак не кинем. Да не туши, не трать, он уже не тушится. Похилься, если у тебя.
тут вода. Ой-ой-ой, как, а как она тут оказалась? Не знаю. А как? Все, сейчас от давления. Закрой дверь, чтобы давления не было. Я не могу. Все, закрыл. Ну, я помер. Ты тоже, да? Да. Круто, круто. Ну это мысли. А чего там появилось, я не понял. А чего там вода появилась? И чего? Никто не жует. А, мы на низ спустились, уже очень большое давление. Лодка на низ начала уходить. Все, два инженера и один механик. Отлично. Запускайте реактор. Так, а куда это все добро, что я закупил? Должны где-то ящики стоять, так? Короче, Нека, ты тогда смотри за реактором, за реактором в основном и за электроникой, которая рядом. Джо, ты тоже инженер, и ты смотри за всей электроникой, которая находится сверху, на верхних двух отсеках. Это где капитанский мостик, медицина и так далее, и самый верхний, где вот как выходить в этот самый, в море, так? Все, ну МТГ, ты смотри по дефолту, как бы... Если где-то вода, протечка. Нету электричества. Нету электричества, сейчас режемся. Ну, все нормально, по крайней мере, в реакторе. Блин, Джон, бегай, смотри, не играй на гитаре. Пока что это не нужно. Ты бегай, смотри. Нижние левые отсеки немного почертили. МТГ проверь. Возможно, там протечка будет, либо поврежденные стены. Это балластный отсек. И двигатель. Моторный и балластный отсек, проверь. И проводка барахлит. Не, все, отключилась энергия. Проводка либо реактор, ребят, чекните. Опять отключилась энергия. Невозможно управлять, отключается каждый раз. Блин, что не так, что не работает? Проводка в порядке. Есть еще у нас проводка. Джо, ты смотришь, сверху находится она. Сверху, я вот только что посмотрел, все нормально. Да. И реактор тоже нормально. А что, электричества нету? Но электричества нету до сих пор. Слабый реактор, ХЗ. Да реактор одинаковый вроде как везде на всех подлодках. Надо какое-то оружие взять. Да, сейчас пойдем в арсенал перед тем, как выплывать, возьмете оружие. Вы нашли ящики, разложили? Останьтесь один инженер кто-нибудь. Наверное, останься Джон, потому что у тебя нету микрофона. А МТГ и Нека идите за артефактом. И смотрите, у нас... А, все, это труп справа. Так, парни, электричество пропало. Джон, быстрее к реактору беги, быстрее. Мы падаем, сейчас подлодка начнет давиться просто. Быстрее к реактору, просто фастом. Если подлодка начнет... бля... Вы выплыли, нет? Ну мы его просим. Быстрее кто-нибудь к реактору, электричества нету. Сейчас мы просто... Глубина уже почти 2000 метров. Если что, возвращайтесь, без артефакта доплывем до станции и пойдем дальше. Тут... А тут кто-то пробил дырку? Это, походу, вы из корабля. Ну да, наверное. Тут есть дальше проходы, но у меня нету рюкзака. Мне кажется, здесь артефакт. Все, возвращайтесь. Ничего страшного. Там артефакт, за него 3 копейки платили. 3000. Просто доплывем сейчас до станции, возьмем следующую миссию. Ну, либо посмотрим, что там да как. Так, короче, все, не нашли. Бог с ним. Отплываем. Блин, все погорело. Ё-моё, все проводки. Давайте быстрее возвращайтесь. Так, все, ладно, артефакт не будем тогда трогать, идем на аванпост. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, и в особенности тем, кто все-таки досмотрел до конца, так как оно действительно очень интересно. Итак, в следующей серии я, как обещал, расскажу подробнее о обновлении, а также продемонстрирую новую подлодку, которую выпустили разработчики. Поэтому, если ты еще не подписан на канал, обязательно подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. Также, ребята, оставляем комментарии, ставим лайки, и всем до скорого!